Анастасия, доброе утро. Расскажите, чем вам не угодила ваша мама? Добрый день. Моя мама мне всем угодила. Я считаю, что она очень красивая и привлекательная женщина, если она такой была. И она всегда вызывала восхищение как у мужчин, так и у женщин. Но в последнее время почему-то она в это не верит. Мама, что случилось? Почему вы перестали верить в себя? Даже не знаю, что сказать на это. Ну, какой-то, видимо, период в жизни наступил, когда немножко вера в себя подорвалась, так скажем. Ну что, удачи, провожайте маму. Спасибо. Знакомьтесь, мама Милана, 46 лет, по профессии юрист, работает начальником отдела. Замужем, увлекается разведением роз, сыроделием, кулинарией и туризмом. Вместе с мужем часто ездит в самостоятельные поездки по области и не только. В проект «Маму сдала» любимая дочь. Доброе утро! Сегодня у нас новая мама и очередное преображение. Здравствуйте! Здравствуйте! Я очень рада, что вы к нам пришли. Мы с вами сегодня поработаем. Ну что, Мила, вот на ощупь, то есть у вас нанесено, да, что-то на волосах сейчас? Химическая завивка здесь имеется, и на ощупь это такой кустик, я бы сказала. В целом у вас все достаточно так неплохо. Форма стрижки, по выбору формы стрижки, челка у вас такая прозрачная и выделяет форму вашего лица. У вас достаточно правильные брови и губы, то, что, в принципе, встречается не каждый раз. Нету какой-то вот такой вот, не то чтобы яркости, а живости, да? Кардинальных каких-то изменений не будет. Мне хочется, чтобы вы, как просила дочь, поверили в себя. Ну что, мы закончили с очередной мамой. Она у нас готова. Готова себя видеть новой, да? Да. Ну хорошо. Итак, новая Мила у нас. Я просто себя не узнаю. Это не я. Или я. Или моя дочь права, наверное. Вы сделали чудо. Я не знаю, как я выглядела раньше, но сейчас я сама себе нравлюсь. Мне кажется, у меня даже глаза блестят иначе. Знаете, очень важно найти человека, который поможет тебе увидеть себя. Найти своего мастера, который поможет тебе открыть себя. Или, может быть, видеть с той стороны, с которой ты никогда на себя не обращал внимания. Сегодня я поверила. Наше преображение подошло к концу. Мама довольна, она поверила в себя, а я жду очередных мам. Заботьтесь о своих родителях. С вами была Регина Салыева. До новых встреч! Все виды парикмахерских услуг от стрижки до сложного окрашивания. Профессиональный визаж, ногтевой сервис, наращивание ресниц, реконструкция бровей. Парикмахерская студия Регины Салыевой подчеркнет вашу индивидуальность и создаст неповторимый образ. Улица Российская, 222.